Огромное спасибо одному из моих подписчиков, который указал на маленькую, но очень удобную возможность, которая появилась в Raspberry Pi Imager версии 1.6. И теперь записывать образы Raspberry Pi OS на Raspberry стало в разы легче, в разы проще и в разы быстрее и удобнее. Итак, 19 марта 2021 года появилось на официальном сайте вот такое сообщение. Ну, Raspberry Pi Imager, апдейтнутый к версии 1.6. И здесь у нас появилось магическое меню, которое вызывается тремя кнопками Ctrl, Shift, X. Что нам дают? Нам дают сразу же перед установкой возможность установить хостнейм, разрешить SSH, сконфигурировать нашу Wi-Fi, установить нашу локаль, ну и все это записать сразу же при флешировании флешечки или SSD-шечки на Raspberry Pi. Если бы они еще разрешили устанавливать некоторые установки для SSD-дисков, было бы вообще замечательно. Открываем нашу разберюшку. Открываем Raspberry Pi Imager. Такая возможность будет только для Raspberry Pi OS Lite, Full и Desktop. Для других операционных систем, типа Ubuntu, Manjaro и так далее, к сожалению, этого не будет. Но там по-другому устанавливаются все эти настройки. Нажимаем Ctrl-Shift-X, переходим в наше меню «Disable Overscan». Disable Overscan запрещает расширенную развертку на мониторе. Нам это вообще, в принципе, не надо. Установить хост имя. Выбираете имя хоста вашей разберюшки. Есть возможность разрешить SSH и ввести пароль для пользователя P. Не устанавливайте пароли Raspberry. Устанавливайте пароли посложнее, потому что у вас полноценная Unix-машина. Ее можно взломать, если вы легкие пароли выбираете. Ну и воспользоваться в каких-то хакерских целях на раз. Можно разрешить публичный key, доступ по публичному ключу. И по приватному ключу нужно будет ввести ключ. Это для совсем классной защиты. Точно так же можно сконфигурировать сразу же доступ настройки Wi-Fi, ввести SSID и пароль вашей Wi-Fi и выбрать страну, в которой находится ваша Wi-Fi, иногда от этого зависят некоторые настройки. Можно выбрать установку локальных настроек, у меня Европа Киев выбралась самостоятельно, настройки клавиатуры. Ну и пропустить помощник при первой загрузке, это для десктопной версии. Проигрывать звук, выбросить, отключить устройство после записи и разрешить телеметрию. Телеметрия – это отправка статистических данных на Raspberry Pi. Также есть возможность применить эти настройки только для одной сессии, то есть для одной записи. Ну или либо же использовать их постоянно, всегда и везде при любых записях. Ну что ж, спасибо разберепишникам за то, что они сделали наконец-то очень удобным свой инструмент для заливки Raspberry Pi OS. Ждем 64-ю версию. Пока-пока.